Сегодня среда, в субботу вы говорили о том, что нам предстоят 3 дня объединения, такого сжатия. Мы прошли эти 3 дня, и что сейчас должно произойти? Ну что, в эти 3 дня было очень серьезное понижение в темпах распространения, мы в основном занимались объединением. Мы начали выяснять этапы. Я говорил об этом. Нам нельзя снижать темпы, темпы распространения. И вы видите, что в соответствии с тем, что дают нам свыше, как продвигается мир в плохом направлении, мы в соответствии с этим должны направлять его в хорошем направлении. Это возлежит на нас. Они приходят, чтобы служить мне, как говорит Бен Зома. Они пришли говорить мне, насколько они должны действовать в мире, когда я получаю от них желание, когда я получаю от всей этой картины, которая приходит как приглашение, как толчок, чтобы действовать, когда эта сила обязывает меня действовать, не то чтобы предоставлял мне возможность, но показывает мне все эти недостатки. Я должен видеть весь мир как Малхут бесконечности, когда я нахожусь в центре Малхут. Каждый так должен думать. И это не мешает одно другому. У каждого есть своя вселенная, свой мир, так же, как у каждого точка восприятия, это его точка. И мы тем самым не мешаем друг другу, а наоборот. Это также и сочетается, соединяется друг с другом. И поэтому то, что было у нас какое-то расслабление, не говорит о том, что мы не продолжаем. Потому что без этого никто не получит кли, готового для раскрытия Творца. Это не то, чтобы я должен был сделать кому-то и был обязанным кому-то. Я никому ничего не обязан, но это мое кли. Если я не приду к объединению с помощью моих усилий, какому-то определенному объединению, которое называется меры, какой-то определенной мере объединения, и с ними невозможно это сделать качественно, а только количественно. Они называются героем по количеству массы. И я говорю вам, что я это видел на своем опыте. Когда обо мне знают 1000 людей, я прихожу к какому-то раскрытию, определенному восприятию. Когда знают обо мне 1 000 000 людей, я прихожу к совершенно другому уровню восприятия, поскольку то, что их количество становится у меня качеством, и это я желаю всем. У нас нет выбора, мы должны именно в таком виде выходить к людям.